Некоторые жители Магадана останутся без холодной воды в пятницу 21 августа. Причиной отключения станет плановый ремонт городского предприятия «Водоканал». На 4 часа без холодной воды останутся жители портовой 23 и 38, Приморской 1, 1А, 1Б, 5А, 7, 7-1, 7-2, а также 6 дома по Октябрьской, здание Государственной инспекции по маломерным судам. Ремонтные работы в предстоящую пятницу начнутся в 9:30 утра, а завершатся в 13:30, после чего водоснабжение в указанных домах возобновится.